Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Судьбоносное новолуние 13 декабря открывает двери в новую жизнь. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Вот и подходит к концу 23-й год. Уже скоро наступит январь, несущий нам новые надежды, возможности, но это еще впереди. А пока нам предстоит время обновления, дающее каждому человеку шанс начать все сначала. Наступающее 13 числа декабрьское новолуние произойдет в знаке Стрельца и станет временем позитивных перемен и интересных событий. Что принесет нам этот день? Время, когда Луна обновляется, всегда означает новизну и предоставляет каждому человеку возможность сделать шаг вперед, начать для себя что-то новое. Период, когда это событие происходит в Стрельце, добавляет им необходимую для этого уверенность, добавляет позитив и жажды знаний. Одновременно с этим усиливается честность и стремление к справедливости, поэтому риск обмана в эти сутки заметно снижается. Поскольку Стрелец усиливает у людей творческое начало, это новолуние подарит вам вдохновение и энергию для новых свершений. Кроме того, знак обладает некоторой прямолинейностью и стремлением добиваться задуманного. Приняв эти качества, вы научитесь отстаивать свои позиции, уверенно двигаться к цели, не реагируя на возможные преграды. Постарайтесь провести этот день максимально осознанно. Анализируйте все, что происходит, оценивайте свои действия и мотивы. Прежде чем принять какое-либо решение, ответьте себе: хотите ли вы этого или следуете влиянию моды? Насколько верны и правильны те установки, которыми вы руководствуетесь? Именно сегодня вы получаете шанс заменить их правильными теми, которые приведут вас к успеху и процветанию. Запреты новолуния 13 декабря. Очень важно провести это новолуние гармонично, не нарушая никаких рекомендаций и запретов. Ведь второго шанса правильно завершить текущий год и уверенно шагнуть в грядущее нам не представится. Поэтому постарайтесь двигаться в едином потоке со Вселенной, исключив поступки, которые могут нарушить это единение. Чтобы избежать неприятностей, сегодня не следует одалживать, занимать деньги, а также возвращать долги. Нарушив этот запрет, вы рискуете отдать вместе с деньгами свою финансовую удачу. Обижаться на кого-либо, браться за новые начинания, они могут оказаться неудачными. Ругаться, конфликтовать, участвовать в ссорах, проводить время праздности, осуществлять косметические операции — могут возникнуть осложнения. Как провести день? Это новолуние — пара возможностей, упускать которые нельзя. Однако сделать это не так просто, ведь для этого придется проанализировать собственные желания, чтобы убедиться в их истинности. Кроме того, чтобы день прошел наиболее позитивно, найдите время дня следующих задач. Займитесь планированием. Вы можете ограничиться планами на новый лунный месяц или сформировать основные цели на весь наступающий год. При правильном подходе вам удастся реализовать все задуманное. Проведите хотя бы часть дня с близкими. Навестите пожилых родственников, окажите им пару теплых слов. Уделите внимание младшему поколению. Расскажите детям о семейных традициях. Найдите время, чтобы выбраться на природу. Идеально, если вы сделаете это с семьей. К примеру, отправитесь вместе на каток или просто отправитесь на прогулку. Займитесь саморазвитием. Медитация поможет вам обрести внутреннюю гармонию и усилить интуицию. Также это хорошее время для обучения, просмотра образовательных роликов. Новые знания улучшат ваше настроение и обязательно пригодятся в будущем. Найдите время для занятий творчеством. Выделите хотя бы полчаса на любимое хобби, и вы ощутите прилив энергии. Но браться за освоение новых навыков сегодня не стоит. Поэтому ограничьтесь задачами, которыми занимались раньше. Проститесь с тем, что мешало вам дышать полной грудью. Оставьте в прошлом вредные привычки, ненужные переживания, разорвите токсичные отношения. Начните новый этап своей жизни без ненужного груза. Приметы новолуния. С времен, когда Луна скрывается в тени Земли, связано множество поверий. К ним относятся и строгий запрет на стрижку новолуния. Считается, что срезанные в этот период волосы лишат человека энергетической защиты. К другим приметам, прошедшим проверку временем, относятся: брак, заключенный первые дни новой Луны, обещает невесте счастливую жизнь, наполненную достатком. Отмечать годовщину супружества в этот день не стоит, так как этим вы ставите под угрозу свое семейное счастье. Негативные мысли и тем более слова, озвученные в эту пару, привлекут в вашу жизнь неприятности. Ребенок, родившийся в день новолуния, будет счастливым и удачливым. Магия новой Луны. Дни, когда спутник Земли скрывается в тени, отличаются огромной энергетической мощью. Проводимые в эту пару ритуалы способны привлечь в вашу жизнь достаток, любовь и усилить внешнюю привлекательность. Чтобы получить лучшие результаты, проводите их в полном одиночестве, так как магия не любит посторонних глаз.
Так, например, привлекаем богатство. Чтобы молодой месяц подарил вам изобилие, с ним можно договориться. Сделать это несложно. Возьмите из своего кошелька 7 монет. Их номинал не имеет значения. Далее, перед тем, как ложиться спать, положите их под подушку. Оставляем так до утра. На следующий день их просто вытаскиваем и кладем в кошелек. Привлечь избранника. Ритуал подходит для девушек, уже встретивших своего суженого, но столкнувшихся с отсутствием взаимности. Для его проведения вам понадобится следующее. Зажгите свечу, поставьте ее на подоконник и скажите: «Луна, мою любовь сохрани, сердце любимого моего». Здесь проговариваем имя. «Чувство любовное ко мне посели». Истина. Проговорить нужно 3 раза. Свечка ваша должна полностью прогореть до конца. Привлекаем удачу. День новой луны является лучшим временем, чтобы обеспечить себя удачей и процветанием. Существует много способов заполучить внимание фортуны. Один из них заключается в создании надежного талисмана, который будет оберегать вас от любых трудностей. Им послужит самая обычная монетка из белого металла. Главное, чтобы она была новой. Приступайте после наступления темноты. Зажгите свечку. Возьмите монетку в ладони. Далее скажите: «Удача ко мне приди, с этой счастливой монетой и в мой дом войди». Говорим 3 раза. Свечку можно затушить. А такую монетку всегда носите при себе. Ее можно спрятать в сумку, либо положить в карман, либо в кошелек. Таким образом, удача вам обеспечена.